בצער ולשמעת כל נפטרים מפי כסל דורה וגמי נסול אסתק בנו לך עד רוח שולעים. חודרו יקסל אסתק דורה מני אורפה של אמות ירם ככה. פסחה בנקי ביה. אמן. אוקיי, מוסקזאי לו ששתו בדרשני שו שתו פסחו ושש עשישה עם דום. פרגטאי לבין כיו בורקי דומה שו שתו אסתק זו מביריון גבוז השגאים. אוטרה פרנדלניק, חודחת, ושבי תפתור, פרנדלי פתור וזכות את פסח. דלצ'י, שתו בודיסייה נפרדל סבי חומץ. נפרדל נהיה חומץ. אלי זבל. אלי אסקל על ז'ינה, ז'ינה סקל על חרשו, ז'ינה תוס זבל נפרדלי. תרוג עברית, כל המשחי חמץ ברשות במי הפסח, הרי זה מבטל מצווה עשה מן התורה, שנאמר, תשבטו שעות מבטחם, ועובר המצווה לא תעשה, שזה כתורי, או ניוברל סדומה את החומסי, אין נפרדה על חומסי, או נגנוז זיל דאורייתא או פרשו תורה, תנספוג לזכון לתורה, נפיס אשתו, каждый еврей должен до Пасхи очистить свой дом от псхо. Написано посух, ло ираев ло хамец, чтобы тебя не видно было хамец в твоем доме. Ло ираев. Значит, мы должны все это хамец очистить, закрыть в шкаф, чтобы я его не видел. Не видел. Как мы говорили уже, куда хочешь ставь. На крыше, на подвале, на веранду. Закрой его, чтобы ты не видел его. Или в шкафу, на кухне. Закрой, напиши, хамец, чтобы я не имел доступ к этому месту. Лезвика, концу хахами, леби шейши, хамец, брешу, песах, асура, хамец. Нам взял, наши предки, нам сделали наказание. Какое наказание? Указание. Наказание. Если ты не продал и не убрал хамец, после Песаха асур его кушать. Асур кушать. Если вы не спрятали его. Да. Не спрятали или не продали бы. Хамец, который прошел Песах и вы не продали, все, трогай, асур хурдан. Ты если хочешь, кушаешь его, Второй говорит, так, как будто ты уже кушал телефоне в левой. Нельзя тебя кушать. Бен бана, тоф, я не буду кушать. Я могу дать другому. Без деньги. Не имеешь права. Я могу давать узбеку, дать хагитарава холим. Не имеешь права. Я дам своей собаке. Не имеешь права. После психологии нужно сделать его туалет или сжигать его, чтобы никто от него не получил никакое пользу. В Бруклине такой случай был, гроссери. Он сказал жене, жена сказала мальчику, и трое забыли и продали. 250 тысяч долларов в дурный магазин, остался непродатый на Песах. Они вынесли его на улицу, сожгли, везли, все народы увидели, что как его сжигают. 250 тысяч, все вытащили, бросили, сжигали, потому что нельзя его продавать, получив удовольствие. Поэтому каждый из нас, если ты не продал свой хамец, даже ты спрятал, не продал его, такое же правило. Спрятал ты в шкафу его. Заклеил, но не продал. Гапачей. Осур хурдан. Поэтому быть осторожным, которым мы уходим людям, которые они далеко от Тору, они знают. Не продали. Что только не знаешь, что продать, что продавает. Не продал. После суббот, после Песах. Если я у него буду кушать эти вещи, или коньяк, или арак, или виски, или там другое вещь, что не продал, я делаю большое гуно. Поэтому мы нигде не кушаем, или магазин.
Если мы не видим, что он не закрыл магазин гроссери, он закрывает свою хамес, закрывает час хамеси, он все магазин делает час пасхальный. Понимаете? Чтобы люди нечаянно взяли хамеси, он должен его магазин закрыть, все написать, какому рабу, раба его продал. Если он не продал, после Пасхи у него покупать, осур покупать у него. Осур покупать. Понимаете? А если он будет, никто не хочет. Ну, все же могут это знать. А? И не хочет купить. Нет, это не продается. Вы приходите к рабаю, рабаю вам дает лист, вы пишете, что у меня находится в шкафу, я продаю, я у вас покупаю его. Я взял этот лист, у вас купил. Все. Уже вы не имеете права на это шкаф трогать больше. До выхода Пасхи. Когда я беру его обратно у того человека, вы уже автоматически имеете право открывать свои двери, вытаскивать не пасхальный, выше кушать. Поэтому будьте осторожны, каждый из нас обязаны продать вещи. Это деньги не стоит. Это все только на бумаге. Я беру, я, Рахминов, Мордехай, живу в такой-то улице, в таком-то городе. Мой хомец находится в таком-то месте, в шкафу или там в подвале, там где куда ходит. Все, приводит рабаю, у меня, я уже купил. Вы уже не имеете права, его Песах открыл 8 дней. Открыли, если открыли вы сейчас как будто считаете вор, потому что вы продали его. Я продал его узбеку. Если узбек вам придет домой в час ночи, будет стучать. Да, шалом, это вы шамал, это вы, да, здравствуйте. Это ваш, да. Я пришел взять ваш товар, это мой товар. Он имеет право взять шкаф открыть, забрать все, что продали. Это его считается. А было вообще такое? А? Было вообще такое. Поэтому мы должны знать. Поэтому говорит. ואפילו אם אותם האחרים אינם יהודים שזה חמש שעבר עליו, הפסח צריכים להודיע הם, פרשם יוסור זה לשולך למילו. דאז'ה, יסלי, יא נזנאי, הוא פרדל, ני פרדל, יא פרשו כאן דמוי. ידעו לא ספרסית, מול אברום, ופסח פרדבה לי ואישי. הוא זנאי, תאו פרדל, ני פרדל. שו פרדבה, כאום פרדבה. הוא נעשו כשר לי. או, значит, там ничего не что продали. Там ничего не кушайте. Ни в коем случае. Потому что это хамец, что он прошел Песах, не продали, это большая проблема, не имеет права кушать. А юрей, это что на шеме за эльшу лохне, ахар Песах, мы цирхим мазон шеш баим хамец. Мядам шено ере шамай вено шомер тура митцвот. Человек, который боговерующий, у нас имеется боговерующий настоящий, имеется боговерующий ненастоящий. Артист. Как? Возведем пока что он боговерующий, но дома совсем далеко не хочет принимать. Магазин, который там работает еврей, и он не продал свои вещи. После Пасхи у него осур покупать. Почему? Он не продал. Он может эти пенсии продать меня сейчас. Понимаете смысл, да? Откуда вы знаете? О, поэтому мы заходим это, в магазин, смотрим, у тебя это продал. Сертификат да. У них, да, должен. Сертификат, где написано? Я проверяю, ага, какой год. Кому продали, какой рабай продали? Ага, ну, есть нормальный, я имею нотарс, грифтам, б, там магазин. Но если он не видит, что он артист, есть такие люди. Есть такие люди, артисты. Просто закрывают. А? Мухаммед Смехрович, а? Все там есть. Никому не верю. О, по, I don't care. Тебе бумажки нету, никому не брал. Я тебе не захожу. Он говорит, I got two. Если ты не считаешься евреем настоящим, в этот магазин не заходи. Там 100% тебя обманет. Сейчас ты покушал. Хомец не продавший, у тебя статья наверху, ты псхох, хомец сахурный. После псхох покушал ты вещь, которую не забыл кушать тебе. А почем? Один раз я один борчу бутылку шилос, клаус здесь забыл, что она там у меня стоит. Через 2 года я вспомнил, что у меня она там и есть.
Но фактически я каждый год продаю. Все нормально. Потому что она стояла нормально, в другом месте, но да. Пардон, продаете? Главное да, продаете? Я каждый год продаю. Главное продаете? Я случайно, потому что большая там была, так как он так и стоит. И сейчас тоже там стоит. А да. Дайте мне куплю вас. Серьезно? Право, есть большие магазины, Ситау. Кифу, да. Хозяин, если еврей. Шива, большая бутылка у меня. Они подают здесь, как еврей, хозяин. Не еврей, проблема. Нет, если хозяин не еврей, это проблема. Если хозяин еврей, он держит каску, примерно, да. Каску. Он обязан это место закрыть и продавать. Да. Если он не продал, имеет покупать. Если он не продал, я не имею права там покупать чудного. Но я уверен, что я продаю, не знаю, что если он не продал, никакой еврей, то они возьмут его. Понимаете смысл, да? А Костя Николаевич не продает на них. А? Я думаю, Костя, что там? Вы думаете, вы же не знаю, не уверен. Есть Костя, кстати. Понимаете? Костя, кстати, много. Я продал масса, отдал рабаю. Масса не продается. Но вот то, что хомес. Да. Я написал, все это рабай отдал. Что делает рабай с этим бумагой? Я продаю его узбеку, гойбе. Это уже не мое, не ваше, это его будет. Он имеет право зайти, куда когда хочет к вам, забрать его, может уйти. Вы не имеете ничего говорить ему. Поэтому нам, мудрецы, чтобы не покушали, нам сказали убрать. По закону Тора дома хомес вообще не должно быть. Но так как у всех есть, это стоит деньги, чтобы мы не проиграли свои деньги, нам наши рабаи большие мудрецы сказали, мы не хотим тебе сделать удар по карману. Ущерб. Поставь шкаф, закрой шкаф, все твои там. Я имею в виду, хлеб нельзя, дрожжи нельзя, что, мучное нельзя, нужно заканчивать, макароны, вермишель, сейчас уже кушать. Но если у вас по 15-20 пачки находится макарон, вы же не бросите его. Можно закрыть его продавать. Но это не первый сорт. Первый сорт считается это закон, когда ты все убираешь. Нет, ни макарон нет у меня, ни вермишели, ни печенье, ни пряники, ни так орди хомес, ни дрожжи. Ничего нету. Я закончил и флипсхо два недели раньше. То Роме говорит, ты самый хороший еврей. Поэтому сейчас стараемся все с дома заканчивать уже. Потихоньку сегодня макарон, завтра вермишель, позавтра уро, позавтра моя жена делает шпере на год, там стоит, яхкар хомте. Его говорим, покупаем, кушаем хевер. Чего? До Песха должно быть. Она уже с дома обчищена. Окей? Шешлаху шема хомец шавара по Песха. Поэтому магазин, который вы заходите в магазин, уже вот магазин находится на большой это магазин. Там у них уже пасхальные вещи, все на улице сделано, если были там. На Минстрит? Нет. Арон Фармс. Он уже сделал большую палату сделал. Все пасхальные вещи там будут. Песах на пасхальные вещи написано. Все будут покупать оттуда, не оттуда. Там это все зал будет считаться Омеси. Он это все должен закрыть лентой, я имею в виду бумагой или там лентой, чтобы никто не мог достать все взять. Поэтому любой магазин, например, на 99-й, он должен все хомец закрыть тряпочкой. И продать. И продать. Понимаете? Понимаете? Я вчера с ним говорил, я говорю, слушай, мамочка, вы продаете вещи телефоне, вам не стыдно. Вы в субботу не работаете. Как вы продаете некошерные вещи? Как вы, блядь, это сразу увидит человек, он, а куда метарца, на метарца. Что он кушает свои дома, талев кушает, я не виноват. Но когда я даю, такой же алахоймец, имели право, мой ребенок 12 лет, примерно, он покушал телефон, ему можно или нельзя? До 13, я думаю, можно. Можно. Вообще практически нельзя. Да. Но он взял покушал. Я, как папа, должен его остановить. Да. Но я сам не могу давать. По закону он может кушать. Он еще до 13 лет, проблема. Я даю пример.
Но как папа давать ему осур. Например, он пошел, кушал мясо. После мяса взял, молоко выпил. Гунокардак. Гунокарды. Он не знает. Нет, он не прописан еще. Если я буду давать руками сам, даже мальчика 5 лет, 6 лет, я за него отвечаю, потому что я ему дал. Да. Точно как правило в магазине. Если я поставил в магазин некошерные вещи, он пришел, взял, да я дал, он его взял, да я дал. Эти люди, я не знаю, что их ждет. Они ради денег могут любого еврея дать некошерно покушать. Понимаете смысл? По закону, который мы не имеем права такие в магазин заходить. Мы должны, наоборот, убить его в магазин, чтобы его магазин пошел вниз, он ушел от этого бизнеса. Если кто покупает, там проблемы, мы поддерживаем. А потом как там дает кашрут тогда? Там дает кашрут? Там кашрут нету. Кашрут нету? Нету кашрута. Консервация у него. Нету. Грозный нет кашрута. Кашрут нету. Я вот на 99-м был. Он мясо продает. Да, там мясо продает. Там из Москвы приходит. Здесь у него кашрут нет у него. Он сам написал кашер. Окей, вот здесь нет кашрута, продают они гладко кашер нет, это стоит Машгех тоже. Да. Поэтому рядом свинину продают. Следующий секшен. Следующий секшен продают свинью. Где? Нет кашрута, вот здесь на Квиз Бульваре. Я не знаю. Гладко кашер продают. Нет, там нет гладко кашер. Гладко кашер? Нет. Это стоит, то вообще рабай стоит. Мясо кашер. Мясо кашер. Мясо кашер, не гладко. Гладко кашер там нет. Окей. Точно? Это нет кашер? Да. Нам нельзя туда ходить. Нельзя. Ничего нельзя там брать. Ничего нельзя там брать. Та же селедка здесь вот, когда гладкошерный продается. На 108. Туда заходить нельзя. Заходить нельзя. Нет кост? Да. Вон там, да. Больше половины там. А? Тоже нельзя. Потому что пятница, суббота. Потому что это первое ли. Продают некошерные вещи. Я покупаю вещи там, я их поддерживаю. Осур. Квадрат, самое хорошее дело, они на хорошем счету. Их очень много обслуживают. Они большие деньги. Надо, чтобы рабы пришли. Лоясев, идите в Аюты. Я не пойду без вас. Туда нельзя заходить, Джон Халос. Сказки не надо говорить. Если я буду покупать там вещи, я их поддерживаю. Нельзя поддерживать. В другом месте рыбы, в другом месте полно. Если гой будет гой, еще более-менее еще, все знают, что он гой. Там бухарские евреи наши. Мало что евреи там бухарские. Что за глупости бухарские евреи? Что он знает, бухарские евреи? Козел, извините за выражение. Рафтангера. Это если он бухарский еврей, он ничего не знает, он никогда не знает, что кашрут. I don't care, the Ashkenaz, Bukharski Evrei, Germanski Evrei, I don't care. Если там нет кашрута, я не имею права, а там Бухарский Евреи, я могу купать. Неправильно, что за глупости такие? Нельзя заходить туда, во-первых. Окей. Бухарский Евреи работает, Бухарский Евреи. Вот уж Бухарский Евреи работает, телефон продает. В субботу не работает он. Вот не работает он. Там же выходил, в субботу уже работал. А? Там уже выходил, в субботу работал. Какая разница? Окей. Если телефон продает уже. Гой шеви махал хамед лисей байом ши ше песа амара лейхлам мусе ше песа изаэр ишаэр ше ло икаблам. Мы знаем, Бухаре так было. На последний день Песах узбеки нам приносили хлеб, не шалокоти. Да. Он говорит, нельзя брать. Потому что Песах не вышел. Чтоб Песах не вышел. Понимаете? Гой, что им ахал хамеза Исраэль байома шевишер Песах, он лёхло вай мусех ха Песах. Он говорит, сегодня седьмой день, вечером но не шало, не имеет права кушать. Наши евреи, наши братья мне стыдно говорит. У нас имеется сырисол. Что они делают с рисором, знаете? Канхури. Канхури, когда они готовятся? Праздник, мы здесь читаем, Шахарит Мусов читаем праздник, они открывают хомеси, начинают хлеб варить.
начинает варить рыбу, начинает стол приготавливать, Песах, ты не имеешь права даже стул поставить для сегодняшней ночи. А кто кого-то интересует? У него главный час среди сал, мам бачима хамехрам. Главный хамхурда. Это неправильно. Где написано, что срисор это приводит мазор? Хорошо, сделал правильно. Сделай пасхальный делай. Да. Хлеб не давай. Масо. Масо? Вот мы не где написано? Не нишало боят. Вот ту эмоли, вот ту эмоли. Настоящие артисты. Настоящие артисты. Ну, в Союзе так же. Мы там были, все были. И здесь тоже самое. Знаете там, кто были мы там? Я не артисты. Я не хочу оскорблять никого. Неграмотный рабай. Не знаю. Не знали там. Но сейчас сегодня рабай есть. Мы вам говорим. Кто слушает нас? Кто нас слушает? То есть приходит в синагогу. В субботу. Он все слушает. Хай рабай, сколько мы говорим, куда каре, куда каре. Хурдан, йохтат шива. Ой, 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 что тебя ждет? Что тебя ждет? А ему звонят, я буду сжигать тебе, как ты мог это покушать. Он в Песах, он делал, варил, а ты покушал хомеси. Понимаете? Я был на таком месте. Я вижу, прохожу, дом открытый. На столе все, хлеб горячий. Горячий. Когда? Срисольбе. Я слушаю, говорю, будьте здоровы. Я ушел, не захожу я здесь. Я захожу, осудом на это. Все. Окей. Если я возьму это хлеб нишало, я сделал гуно. Почему написано, чтобы тебе не было хамес видно? Да, можно. Когда выходит, псхо выходит. Примерно 8 вышел. Взял, это проблема. Но хлеб ты не имеешь права держать. Нишало, это не проблема. А вот после Пасхи, вот как вышло, можно пойти хлеб купить? Да. О, проблема сейчас. Потому что он был сделан. Запрос, сейчас запрос. Пасха выходит в 8 часов. Я пошел, хозяин купил лепешку 8, после 15-8.30. Имею право или нет? Нет. Почему нет? Потому что она была сделана в Пасху. Что вы знаете? Ну как? Еще время не вышло. Нет, нет. Потому что не купили. Потому что. Это проблема. Телефон, о юна дорогой. Есть бруклинский, но они не готовы, конечно. Поэтому мы хлеб не кушаем. Почему? Когда он успел его сварить? Когда он принес в магазин его? Я только вышел с синагоги, полчаса прошел. Уже все, хлеб продается. Лепешки продаются. Недавно поймали. Они бы психо поймали его. Делал который кошерные лепешки? Да. Его поймали его. В 30 дня проезжали, окружили. Открыли, он там делает хлеб, там делает. И все, вечером, все. Задачки. Все бросили его. Все шашлычные, а то психо там лучше, а думаю, шашлычные вы сделаем уже. А? Все шашлычные, кошерные открываются. Шашлычные другое дело. Шашлык там хомес. Нету. Да, мясо он когда купил. Мясо хомесиндоре. Просто там боимся мяса, возможно, он это намеки хомеси кердак. А так мяса нет. Хомес это главное, что он находится чей. Эй, Мурдахай. Мло Мурдахай. Фанадоре, балабайт иври, он имеет право. Дачко дарама, дачко дарама. Хай, очень чмо. Шабота мелеп нанда. Сизги махул. Поэтому... Давайте послушаем, Роман. Шмона мехуличи. Шмона мехуличи. Гавчу усадыч. Вы не кушаете, что ли? Вы перед самым кушаете. А что вы хуртаете? Вы критикуете сами, кто вы перед кушаете вы. Окей. Поэтому работай. Мы делаем это.
Поэтому каждый из нас мы должны продать хомец, чтобы после Песха не кушать. Благодарю вам. Мы вам. Я сейчас вам расскажу, что такое.